Сегодня, 22 января, Венёсский районный суд вынес приговор полицейскому за вымогательство и получение взятки в крупном размере в 165 тысяч рублей. Суд признал подсудимого виновным. Боротынцев получил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Боротынцев, вам понятен приговор? Судебный право на обжалование непонятно? Понятно. Суд согласился с доводами стороны обвинения и представленными доказательствами, подтверждающими виновность нашего теперь уже осужденного в инкриминированных преступлениях, получение взятки, связанной с вымогательством в крупном размере, и злоупотребление должностными полномочиями. По совокупности преступления суд назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенную должность сроком на 5 лет.